сегодня услышала, что при пожаре нельзя открывать окна, но я не поняла, почему. Хочешь, я покажу тебе опыт? Конечно. Лучина разгорелась. Но почему? Ты мне объяснишь? Да, но для начала покажу еще один опыт. Лучина разгорелась. Так почему? Ты мне объяснишь? Да, но для начала покажу еще один опыт. Столько пены. А почему столько пены? Это мыло? Нет, в мыльных пузырьках есть газ. Какой? Перекись водорода, который обрел для опытов, состоит из водорода и кислорода. Значит, выделялся водород или кислород? Да, правильно. Вспоминай первый опыт. Для первого опыта я тоже брал перекись. И там тоже выделялся водород и кислород? Правильно. Лучина загорелась из-за одного из этих газов. Какой? Наверное, кислород. Правильно. Теперь я все поняла. Нельзя открывать окна, потому что будет выделяться кислород.